28 июля под Геленджиком загорелся лесной массив на площади 3,5 гектара. Это послужило уроком всем. На место происшествия выезжал губернатор Кубани Александр Ткачев и провел селекторное совещание по мерам профилактики и готовности к подобным ЧП. Жара продолжается, дождей не предвидится. Высокая температура воздуха и ветер усугубляют положение. За два последних дня анапские пожарные 50 раз выезжали на возгорание. Во всех случаях пожары удавалось локализовать быстро и без потерь. Площадь территории, охваченная огнем, составляла от 10 до 20 тысяч квадратных метров. Горела трава в районе Сотов, Колос, Черемушки, Здоровье, возле ЖД вокзала и аэропорта. В субцехе в районе Лысой горы, в поселке Виноградном, поселок Витязево, хутор Песчаный, хутор Воскресенск. Во всех случаях причиной возникновения пожаров являлись брошенные курки и сжигание мусора. Руководство Анапского гарнизона пожарной охраны просит жителей города-курорта Анапа и отдыхающих в нашем городе соблюдать правила пожарной безопасности. Несоблюдение правил может привести к печальным ситуациям. Также принести здоровье, вред здоровью, жизни людей и имущества. Прежде чем просто выбросить из окна машины окурок на обочину или развести костер, чтобы приготовить с друзьями шашлыки, подумайте, чем это может обернуться. Беспечность, как правило, заканчивается печально.